Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс «Оригами сердца без бумаги и клея». Для этого нам понадобится цветной листок бумаги А4 и линейка. Используем квадратный лист бумаги размером 15 на 15 сантиметров. Складываем напополам. Разворачиваем. Также складываем нижнюю часть. У нас получилось 4 квадрата. Складываем нижнюю часть до середины. Переворачиваем. Берем правый нижний угол и подводим его к середине. Таким же образом складываем левый. Переворачиваем. У нас должен получиться кармашек в верхнем углу. Правую сторону мы тянем к середине. Таким же образом складываем левую сторону. Такое бумажное сердце точно порадует ваших близких. Еще больше полезной и интересной информации вы можете узнать из наших книг отдела литературы по искусству. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до скорых встреч!